Ну-ка, а тут что? Там, вот вся, кстати, администрация ушла. Камера наблюдения. И что-то, я не понимаю, камера наблюдения и куча водки, да? Или что это такое? Водка, по-моему, да. Ну, прямо на рабочем месте. Не отходя от кассы. Что-то, да, тут нет никого. А это зачем снимать? А? А это зачем снимать? Ты, блядь, не снимай. Что? Мне не снимай. А, ну то не обращайтесь ко мне просто, мне идите. Не снимай. А вы работник? А, вы работник. Не, я буду вас снимать. Не, я буду снимать. Я сейчас вы не снимаю. Что сейчас мне? Это же по кассе не проходит. Че, зачем снимаешь? Не понял, что проходит. Это не на кассе не прошли. Но. Зачем снимаешь? Я люблю снимать. Ты мне зачем снимаешь? Я люблю снимать. Ты любишь снимать? Да. А тебе что, клоун, что ли? Нет, я вас так не называл. Зачем мне снимаешь? Потому что я люблю снимать. Иди куда-нибудь на природу с ним, мне это зачем с ним? Не знаю, вы ко мне обратились. Я к тебе обращался? Да. Не попутал ничего, я к тебе не обращался. Я молчал, вы что-то начали задавать какие-то вопросы. Но это и есть обращение. Потому что люблю снимать. Я тебе что, на клоуну похож? Я вас так не называл. Ну ты зачем сейчас меня снимаешь? Вы ко мне обратились. Я тебе еще раз по кругу. К тебе. Да, обратились. Как я к тебе обратился? Что я вы здесь снимаете? Зачем ты здесь снимаешь? Хочу. Тебе заняться нечем. Вам заняться нечем? А мне есть зачем заняться. А что вы можете? Мне зачем мне это снимать? Потому что вы ко мне обратились. Давайте еще раз, третий раз. Ну, все, еще какие-то вопросы есть или что? Что-то я не понимаю, ребят, это работник магазина или кто это? Что-то подошел, сам что-то хочет. Какой-то непонятный, да, ребят? Я тебе говорю, ты мне можешь не снимать? Нет, не могу. А ты зачем мне снимать? Хочу. Ты хотеть будешь свою жену, понял? Давайте мне условия не ставить, я буду делать все, что захочу. Послушай сюда, я тебе что сказал, мне снимай? Я сам решаю, что мне делать. Вы ты мне не что, указ. Святой отец, что ли? Ты сам решаешь. Я ты сам такой? Решаю. А вы за меня решаете, что мне снимать, а что нет, что ли? Нет, ты зачем мне это снимаешь? Хочу и снимаю. Я тебе что, клоун? Еще раз говорю, вы можете себя называть как угодно, я вас так не называл. Что с этим человеком, ребят? Вы вообще это как его? Вы, по-моему, стрессово неустойчивый. Зачем вас наняли на работу? Что, видели вообще его? Непонятный, да? Чего ты меня снимаешь? Чего ты меня снимаешь? Сам подошел, что-то спрашивает у меня, да? Еще говорит, что я снимаю. А? Он адреналин берет, берегись. Да, вы семеро. Он очень недоволен. Правда, 10 раз уже зафиксировали, но все равно недоволен. Ты что, опять мне снимаешь? Я тебе говорю, не снимай, да говорю, ты что, не понимаешь? Я же вам объяснял, что я люблю снимать. Ты иди свою жену снимай, я тебе что, проститутка, что ли? Ну как, ты сам себя решаешь. Я вас так не называл, но если вы так хотите, вы можете себя так называть. Ты что, мне зачем снимаешь, объясни? Я не знаю, я же сказал, объяснил. Давайте, ладно, пятый ты, раз. Я что здесь сейчас нарушал? Пятый раз. Я люблю снимать. Иди там где-нибудь снимай. Ты мне это зачем снимаешь? Зачем ты здесь работаешь? Иди там работай где-нибудь. Оплати товар свой, иди. Я вас пропустил, платите. Вы меня задержите. Зачем мне снимать? Обязательно ты мне что, клоуны, что ли? Не надо таких хамов пропускать. Да знаешь, кого? Сейчас я хам твой второй глаз надковали. Второй чего? Оплатите, вы меня задержите. Я уже заметила, его, наверное, за этой подбили один глаз. Да, именно такой же. Где? У него же вроде не подбитый глаз. Что такой злой? Вроде хороший подошел. Да такой... я устаю, Дэвид, да. Давай я снимаю тебе тоже сниму. Зачем? Возьми и снимай. Что думаешь, не снимаешь? Ты что? Же вроде старший. А что от этого? А что ты мне снимаешь? Что от этого плохого? Я что, на идиот, на клон? А что, только клонов ты снимать? Какое право снимать? А какое я право не имею тебе снимать? А зачем тогда снимать? Чтобы показать людям, какой ты злой. Это разве по-мужски, да? Нет. Можно я буду... Вел бы себя повежливый, был бы мужчина. Я же вежливый, ему объясняю, он нет, меня снимает. Нет, ну как ты подошел к нему, начал грубить? Я ему сказал, что ты... Подойди, спроси, как тебя зовут? Зачем ты? Для чего ты это снимаешь? А ты подошел, что я тебе, проститутка, что ли? Зачем ты эти слова такие? Послушай, я где я родился, эти камеры возьму, жопу засуну. Ты надо, этого знаешь? Лисец, почему ты туда убежал? Кто убежал? Я вот всех вас не боюсь. Там, где ты родился. Какой...
Кто из них? Вот любой, пойдемте. Тебе засовывали что-то, Федя? Я засуну кому угодно, понятно? Ну засунь, ты же мужчина. Держи свой стол. Уберите вот это, уберите, пойдемте, любого из вас один на один. Если я уберу, что ты засунешь? Видите, вот как мужик, пойдемте, любого из вас один на один. Куда-нибудь пойдем, без этой вот этой головы. А почему? Давай с камерами один на один. Боишься без камеры, что ли? Что это такое вообще, ребят? Это Билла, да? Похоже, Билла сдает свои позиции, ребят, но это... Я таких людей давно не видел, Билли. Обычно они Билла славятся чем? Хорошим персоналом, ну как видите. Так, ну что тут происходит, ребят? Привет, Павел. Вот это все просрочка, что ли? Да, это все товар с ненадлежащей маркировкой. Здесь нету действительно даты изготовления этого сыра. Колбасы. Ну, со всем товаром так. С хлебом у нас вообще непонятно, что это, откуда это вылезло, когда это. Короче, беда, да? Беда полная. Просрочки очень много. Дорого не отдают деньги. Так, ребят, рубрика «Борисыч в ярости». Так, Борисыч, ты в ярости? Да, меня пустили, можно сказать, грубо говоря. Да? Сейчас пойдем, будем закупки делать. И это все вы хотите приобрести? Да. И вот это вот самое главное. О, нифига себе. Закупился. И вот это. Я столько не съем. Побольше изделий номер два, пожалуйста. Их не надо есть. А это вот вторая корзина у нас, ребят. Тоже. Приобрел на 13 почти тысяч, а больше. Погромче. Просрочка. Пришли, изъяли просрочку, уничтожили, акт составили, сказали, акт не дадим. Я говорю, возврат делайте. А возврат тоже не дадим. А почему? А потому что верните товар, говорит. Так вы же, говорю, его изъяли. Говорит, мы его изъяли, потому что вы попросили. Что? Идите, пожалуйста, на час, я не... А почему вы ему отказываете пробивать? Что сказать, не буду. Да, хочу приобрести товар, мне говорят. Не хочу я вам пробивать товар. Почему? Вы не хотите, вы продаете. А я хочу, вы чтобы... Я не буду вам пробивать товар. Будете? Не буду. Пробить. Будете. А почему это не будет? Потому что не буду. Да мы сами тогда пробьем. А как вы сами пробьете? Сейчас увидите. Самообслуживание, у вас же есть зона самообслуживания. Почему этот человек отличается вот от этих людей? То, что у него фингал под глазом, вы из-за этого не хотите пробивать. А это какой-то синяк, наверное, да? То, что у тебя фингал под глазом, слышал. А, по лицу не нравится? Именно поэтому не хотите пробивать? А вы в курсе, что то, что вы сообщили, это нарушение? Это вообще уголовная статья. Ребята, что сообщили. Ну, по национальному признаку, по признаку расы, пола, внешности. Все. Даже и просто она сказала, что не будет пробовать, потому что ей не понравился. Покажи фигня. Офигеть. Я сказала, я не буду вам пробивать. Почему? Вы обязаны. Я не обязана вам пробивать. Почему? Обязаны. Вот так сильно. Давай на следующий. Почему? Не хочу. А мне пробьете? Я вам тоже не хочу. Почему? Не хочу. Вам моя национальность не нравится? Работу не хочу. Вам моя национальность не нравится? Нет, конечно. А как? Это девушка, которая, когда мы комментарии давали, она издевалась надо мной. А почему вы? Когда я надо... Ну, вы комментировали там. Вот, а вот теперь давайте наш очередь. Ну-ка, давайте посмейтесь теперь. А куда вы уходите? Это будет на всех кассах, если что. Все? Касса в паузе, да? Музыкальная пауза. Да не все такие девушки, один средний палец показывает. Так иди отсюда. А почему вы тогда не начинаешь товар? То есть не работает касса, уйдите. Это наша просто... Вот она отказывается работать. Слушай, а полицейский этот вообще по нашему вызову или нет? Может быть. Просрочили, да? Спроси у него. Ты его оплатил. Полицейский, а вы по вызову или продукты покупаете? По вызову. Ну вот заявитель стоит. Я жду группу СОВ. Все, хорошо. Приедет, будет отлично. В 17.30. Бегите. Полиции. Сейчас 19.30. Два часа всего лишь два часа. Ну, я скажу, просто у нас у всех предъявки 0.10. Не, я думал, кто проходил суд. Я думал, группа СОВ. Напишите заявление, объяснение. За 5 минут они
Не нас, а полицию в целом. Значит, полиция в целом плохая, правильно? Нет, товарищ капитан как-то сговаривает. Не знаю, товарищ старший лейтенант был у нас в суде, он как бы положительный. А по поводу капитана, как он разговаривает, мне, естественно, не нравится, как он ведет себя. Почему? Сейчас будете пидоном, да я не знаю почему. Не понравился он мне, у меня есть такое право, правильно? Смотрите. Старший лейтенант положительный, а капитан говорит, сейчас приедет, напишите и так далее. Вместо того, спросить, что у вас случилось, какие у вас проблемы, понимаете? То есть заранее капитан узнал, он мне позвонил. Общались. Можете не перебивать, пожалуйста, я даю интервью сейчас в данный момент. Ну давайте. Товарищ капитан мне позвонил, говорит, вы кто? Видите? Он говорит, вы кто? Я говорю, вы кто? Не важно, кто я. Говорит, вы что там, ну, что вы там делаете? Я говорю, мы вот обнаружили, у нас проблема, говорю, приезжайте. Нет, вы мне расскажите, говорит. Я говорю, вы приедете, узнаете? Говорю, нет, говорит. Если вы сейчас не расскажете, я буду ехать долго. Это вот его слово. А вот ребята знают, как я вызываю полицию в последнее время, потому что они... Поэтому я так его увидел, думаю, неужели так он разговаривает. Он говорит, да, я, он не отрицает. Охранник вот тот ничего плохого не делал? Нет, охранники вообще молодцы. Они понимают всю ситуацию, они вообще не вмешиваются. Охранник хороший. Полицейский, вы по заявлению приехали? Я вызывал полицию. Стесняетесь, вы первый раз по заявлению едете. Ограбили меня? Сейчас будете изымать, каким образом? Смотрите, купил продукт. После кассы увидел, что это просрочено. Вызвал администратора. Она мне говорит, сейчас сделаем, утилизируем этот товар и вернем деньги. Непосредственно, который находится в данном. Вы не перебивайте. Я говорю, утилизируйте, да, возврат сделайте денег. Я говорю, да, я сделаю возврат денежных средств, сейчас утилизируем товар. Поехала на улицу, выгнала тот товар, который я приобрел, тележку, контейнер мусорный, разбила там все, яйца разбила. Возвращается обратно, говорит, а деньги возвращать вам не буду. Я говорю, почему? Потому что вы должны вернуть товар. Я говорю, так вы же у меня его и забрали. Я забрала, потому что вы попросили. Я говорю, так я же прошу вас и деньги вернуть нет. Говорит, а деньги нет, не верну. Если хотите товар, идите, берите там в помойку. Это как? Называется? Грабеж? Мошенничество это называется. Это ограбление. На сколько товара? А сейчас мы с вами что сделаем? Я хочу, чтобы вы сейчас дали указание, чтобы они вскрыли этот контейнер там под замком. Я привезу, а вы будете все это изымать. Считать яйца разбитые, там со скорлупками, фотографировать. Ну, это, естественно, тратина, наверное, да? Ну да. Александр покинул у нас. Фотографировать. Вот, смотрите, видите, я выкладываю товар, он выглядит, не хочет выкладывать. В порядке заметьте. И вторую тоже давайте, я думаю, здесь возьму. Сейчас фокус, подожди. Давайте. И теперь дайте, пожалуйста, ту вот штуку, которая была на этом сыре, когда он был целым. Когда он был целым? Ну вот когда вот я его только что вам дал. Давайте. Да не переживайте, давайте. Та-дам, фокус удался. Вот он, пожалуйста. Что мы здесь видим? Мы видим, что изготовлено, упаковано 10.04. 1200 рублей. Ну, нас интересует основной срок ее. Где там? Срок. Сколько раз там уже? Дата изготовления нас интересует. Перекатана. Изготовлено, написано, что сегодня и упаковано сегодня. Но это вранье. Они как говорят, что изготовлена сама нарезка. Вот еще такая. Вот сегодняшний день изготовлено. Ну да. Да. Давайте попробуем. Достать этикетку. Ну вот этикеточка. Вот эту колбаску мне, пожалуйста. Состояние-то никакое. Да. Ужасное. Лёшка, вот эту колбаску я хочу купить. Не мешайте, пожалуйста. Нет, не мешаю. Возьмите, пожалуйста. Я ее куплю. Я ее куплю.
Смотрите, здесь написано, что 29.03.19 она получается изготовлена, но это имеется в виду, что когда колбаса в закрытом виде, когда она нарезана. Вот 08.04, годен до 08. Я срываю эту упаковку. И говорю, хорошо, так теперь завесьте мне кусок. Они мне завесили, и, о боже, она оказывается свежая. Да. Она превратилась в свежую колбасу. Вот этот кусочек не завесьте, пожалуйста. Она не продаст. Она не зависит. Потому что эта колбаса просрочена, вот она реально этикетка и распаковала. Прикольно. Нам все-таки сделать возврат денег или что? Да, но мне нужен товар. Так, мы его уже вам отдали. Ваши сотрудники забрали у нас его. Вы же выбросили его. Так ваши сотрудники его взяли у нас и выбросили потом. Мы по факту отдали магазину товар. Я не даю согласия на съемку. Да мне все равно. Это мое право. Все. Пишите заявление. Вы куда уходите, разговариваете с покупателем? Я посмотрел. Срок годности этой колбасы 08.04 закончен 2 дня назад. Я срываю эту упаковку и говорю, хорошо, взвесьте мне, я готов. Потому что здесь штриха нету, здесь невозможно. Она взвешивает, и получается, что, о боже, колбаса свежая оказывается. Понимаете? Это новую этикетку. Новую этикетку клею, да, переклеивают. При вас прям? Да, при мне, вот, 18-26. А на ней висело вот это вот. Более это каким-то образом зафиксировано? Да, на камеру все. Более того, здесь изготовитель говорит, что это срок годности, когда она упакована в закрытом состоянии. А если вы ее открыли, разрезали, там дается там, 12 часов там, по разу. Кто-то трое суток дает сырокопченый. Ну, к примеру, да? Срок годности реализации 12 часов. Срок годности 12 часов. А здесь? С 10-го? Она свежая, то есть. Вы просто не понимаете, у меня здесь колбасный цех. Да. Это все травят людей. С этим как-то надо бороться, они. В рамках указа нашего президента Владимира Путина. Взяли вот эту колбасу, говорят, взвесьте ее. Нет, мы вам взвешивать ничего не будем. Мы продавать ее не будем. То есть ее купить сейчас невозможно, потому что штрих-кода нет. Потому что штрих-кода она не бьется. Вот поэтому. Перевальцов, покажи. Еще одна он ситуация у нас. Где у нас этикетка? Кто именно? Та этикетка. Вот она. Не мешайте мне работать. Не, не, не. Я работаю. Нет. Взяли большой кусок сыра. Взяли большой кусок сыра. Ага. Да, вот от нее этикетка. Ну, вот, вот в этой упаковке. Я говорю, дайте нам эту упаковку. Она дает. Разрезает. И взвешивает 2 куска. И что мы видим? Что это помолодел на несколько часов, да? На 8 часов, на 8 почти. Помолодел сырок. То есть они перефасовкой занимают, да? Время одно стоит, здесь время другое. То же самое, что... Где? Также у нас... Вот она. Пожалуйста, мы верим, что упаковки билла, которая говорит, что до 8 июня колбаса годна. Ты не имеешь права меня снимать. Да. В общественном месте тоже нельзя находиться в опьянении. В каком? От тебя перегаром пахнет. От 2 метров. Камеру, чтобы что-то требует, будь идеальным, пожалуйста. В данный момент ты не прав. Вот покупаешь пиво, и да, что? Вот и все. Задавай, не надо мне вопросы будет задавать, а то я тебя начну задавать. Давай. Вот стой в очереди и все. Не надо вмешивать мои дела. Я твои дела не вмешиваю, будь любезен тот же самый, пожалуйста. Я где-то объяснил. Вот иди по очереди и покупай свои товары, пожалуйста. Ну снимай. Ну, а ты иди. Камеру. Я же вас трогаю, правильно? Будь любезен. Я не хочу, чтобы еще раз? Снимал. Да. Еще раз, от когда первый раз ты мне говорил? Ему снимайте меня. Да? Кто сказал? Бутылку убери свою. Вот и все. Свободный станет меня. Да я понимаю. Я хочу, чтобы ты меня не снимал. Хорошо. Что в этом трудного? Я принял. Все, попросил, отказал, все. Уйди сам с камерой. Тебя никто не снимал до этого. Отойди и все, с объективом. Какое-то быдло тут лезет, стоит. Правильно. Свободная страна. Ну так ты не хочешь, чтобы тебя снимали? Смотри, вот он снимает сюда. Есть физика, да? Вот да. Объектив там вот снимает отсюда до сюда. Да. Смотри, ты очень умный человек, да? Такие все умные. Вот, ребят, ну вам заняться нечем, что ли? Приходи в Бауманку, я тебе преподавать буду.
людей. Да, преподавайте. Пусть докажет что-нибудь. Скажи пару слов. То есть нам просрочку не надо искать, да? Да нет, вы ищите, ребят. Ну, блин, ну не в самый час пик. Я иду с работы. Да, не в самый час. Вы что, днем это не можете сделать? Смотрите, почему мы под вас должны подстраиваться? Да я не слышу, не надо. Я не слышу, не надо подстраиваться. У нас есть время. Вы пришли, поискали просрочку. Это же мы вам помогаем. А вы сказали, что не нравится, что снимаю. Что вы представили? Да ему интересно. Что вам интересно? Заняться нам нечем. Почему мы тут просрочку ищем? Не, ну я сейчас в шопу засуну эту камеру. Все, что-то. Я уже два раза дал. На, попробуй. А ты гомосексуалист, что ли? Попробуй. Что у меня делать? Очень умные люди. Что, больные, ребят? Какие больные? Вам что, пиво надо купить? Нажраться вам надо? Поэтому такие злые. Слушай, что смеешься? Нет, нет, я сейчас просто... Я сейчас вас троих скручу, сейчас отсюда выкину и все. О, нам прям страшно. Да не, ты не будешь. Всех троих, еще кого-нибудь. И вот этого вот дебила тоже с вами. А этот клетчатый рубашка. Тебя тоже с ними. Че вы тычете сюда камеру? Иди в очередь встань, пожалуйста. Ты больше время теряешь, чем с вами разговаривать. Не обращайтесь, они вас не будут фиксировать. Вы знаете. Все вопросы, Петра, обращайтесь к этому сразу. Вам кивону все вопросы. Че ты, а? Че, дурак, что ли? Че? Все, да он псих, ребят, давайте, может, не будем его снимать, а? Он псих. Успокойся. Антон, кричал, что ли, что-то? Нет, он хотел камеру взять и в жопу засунуть. Ой-ой-ой. Он гомосексуалист? У нас что, тут извращенец, что ли? Получается, он за слова не ответил. Я камеру отдаю, говорю, на, засовываю. Ну, получается, кто у нас? Балабол. Сопутствующие средствами? Да. Человек, который за слова не отвечает. То есть он впустую выплевывает свои слова своим ртом, а дальше он не отвечает так, да? А может, у нее так принято, он извращенец какой-нибудь? Нет, он любит, я не знаю. Алкоголь ему силу дает просто. Ты что, поцеловаться его хотел? Реально педик, что ли? Я не пойму, что тут за гей-клуб такой. Он поцеловал? Да, вообще. А Бровин приставал где, что ли? Офигеть. Ты что кидаешь, эй? По-русски вообще нет. Борис Ильич, Борис Ильич, русскому языку не обучен же, да? Частично. Видишь, ошибки сделаю, они скажут потом, что не читаем. Просто нужно протокол отменять. Иди до отдела, там у нас заявление. Уважаемые, идемте, напишите заявление. Он не умеет писать. Не умеет? Я вам устное подам. Он устное хочет подать. Слушайте, а регистрация есть? Саш, у тебя регистрация есть? Не укомплектован. Нет. Нету? А он еще без регистрации, ребят, оформите. Да. Нет, если паспорта нет, то я не могу подать заявление? Ну, если у тебя паспорта нет, то тебя не грабят. А перевод где? Есть? Нет. Работать кто-нибудь будет сегодня? Нет, они закрылись. Что, мы все будем стоять? Администратор вон с телефона стоит, снимает, она блогер задела. Что я требовал доказать? О чем? Прошу вас привлечь в уголовный ответственность. Зачем фотографировать? Вы ставите вашу еще здесь. Что на вас попросил? А, то есть, чтобы вы за них их работу, что сделали, продавали товар? Удивительные люди. Уважаемые, отдайте. Ясно, нет? Ты хулиган, ребята. Я? Ты вот перепутал, ты взял и сфотографировал мне паспорт. Обожди здесь. Ты тыкву тебе надо дать. Чего?
Заявляете о чем? Заявляете о чем? Паспорт отдайте. Заявление ваше о чем? Паспорт не везли. Заявление о чем? Заявление о чем? Не завелся. Заявление о краже. О каком краже? Какой тарелки? Вызови своего руководителя, какой краже? Я тебе объясню. Купил продукты, известные ранее мне личности, забрали эти продукты, не вернули мне денежные средства. Это как называется? А почему? Что, пять? Место? Да. Пять? Касса. Да вы что, прикалываете? Вы издеваетесь над людьми, что ли? Рабочее место. Все, тоже убежали, да? Вы их заставляете, мы тут не рулим, да, понимаете? Да, мы тут ни при чем. Мы такие же, как и вы. Мы также стоим в очереди, между прочим.